Детский бассейн «Нептунчик» запустил акцию по бесплатному посещению бассейна для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках всероссийской акции рукопомощи теперь особенные дети смогут совершенно бесплатно с 8 утра до полудня посещать бассейн и так называемый флоатинг – уникальный терапевтический метод достижения глубинной релаксации в специальной флоат-комнате. Вода помогает стать сильнее и активнее, а также способствует физическому развитию в случае с детьми, у которых диагноз – детский церебральный паралич, задержка в развитии и аутизм.